spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия спиннингов Stealth X Tele, которая в первую очередь может заинтересовать рыболовов, любящих путешествовать. Производителем данной линейки является хорошо известная компания Maximus. Особенность этих удилищ заключается в телескопической конструкции, благодаря чему они имеют незначительную транспортную длину. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 22L. Сейчас серия Stealth X Tele насчитывает 6 моделей в длинах от 200 до 280 см. Отметим, что среди них есть модификации от класса Light до Medium Heavy. Минимальный тест по приманкам составляет от 4 до 16 граммов. Максимальный находится в пределах от 7 до 35. Все необходимые характеристики нанесены на бланк ближе к комлю. Приставка «теле» в названии говорит о том, что эти удилища являются так называемыми телескопами и имеют раздвижную конструкцию. В зависимости от модели, они могут состоять из 6 или 7 секций. В качестве основного материала применяется графит IMS – строй fast, то есть быстрый. Рекомендуем разбор производить, начиная с вершинки, а сборку в обратном направлении. Спиннинги оснащаются пропускными кольцами с вставками из карбида кремния, что позволяет использовать не только монофил и флюорокарбон, но и плетеные шнуры. За счет геометрии рамок Tangle Free снижается риск перехлеста лески, а расстановка по системе Cagwise System помогает существенно увеличить дистанцию заброса. Хукипер не предусмотрен. Так называемый теплый катушкодержатель Warm Reel Seat имеет нижнее расположение прижимной гайки. Фиксация катушки происходит надежно и крепко. Масса, в зависимости от конкретной модели, находится в пределах от 131 до 161 грамма. Рукоять выполнена в разнесенном варианте. В качестве основы использованы два вида материалов. Во-первых, это классическая пробка, а во-вторых, практичный этиленвинилацетат, или попросту EVA. Для хранения модель Stealth X Tele комплектуется прочным тканевым чехлом, снаружи которого нанесены артикул модели, ее тест, длина и строй. Он закрывается клапаном на текстильной застежке. И еще, с целью снизить риск прокрутки колец и их поломки во время транспортировки удилища, предусмотрен специальный полупрозрачный пластиковый кожух. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.